Привет, друзья! Это снова мы, а вы на канале ТВ-шоу «Сонечка». Ничего себе, у нас вот такие вот необычные сюрпризы! Да, каждая бабушка или дедушка, наверное, помнит, как они делали секретики в песочнице. И у нас тоже такие же секретики. Что у нас там есть? Крендель, мороженка, два батона и круассан. О, какие вкусные секретики. Ну давай, какой мы начнем откапывать секретик? Что там нам попадет? Что там такое спряталось в этом секретике? Давайте посмотрим. Вот такая вот заводная гусеничка попала там Сонечке в эфир. Мы потом попозже ее заведем и посмотрим, как она ползает, да? Ну давайте скорее открывать следующий секрет. Ну давай. Паровоз нам попал! Давай покажем скорее ребятам! Вот, ребятки, какой красивый паровозик нам попал! Так, паровозик! Вот, мы попозже посмотрим, как он будет кататься! Ну, давайте скорее открывайте следующий, какого будете открывать? Мороженку сейчас они скушают, вкусную! Ой! А тут машинка. Бибинка там попала, да? Вот какая бибика попала. Она двухсторонняя. С одной стороны синяя с желтым. Она, наверное, перевернутая. А с другой стороны зеленая. Но мы посмотрим, как она ездит. Что за механизм у нее? Ну, сейчас мы что будем кушать? Баранку? Нет, кожу. Коржик? Это? Тут уже нету мороженки, уже скушали мороженку. Да. У нас остался круассан и батон. Да, батон будем открывать. О, я нашла зайчика. Открываю что? Ой, целая железная дорога там попала. Только почему-то по железной дороге зайчик ездит. Нам попал вот такой вот зайчик. Да, зайчик такой заводной. И в наборе к зайчику, а вот такая вот железная дорога. Мы ее попозже соберем и посмотрим. Да, и также можно будет посмотреть, подойдет или нет эта железная дорога к нашему паровозику. Подойдет? Да. Проверим. Ну все, у нас остался последний сюрприз. Кто там нам попал? Крокодил! Ничего себе! Он еще состоит из двух частей. Соединили? Вот какой классный крокодильчик попал. Вот какой классный попал крокодильчик. Ну что, будем пробовать запускать? Да. Давайте будем пробовать запускать. Вот такие вот игрушки нам попали в наши песочные сюрпризы в секретиках. Нам попал крокодил, машинка перевертый, гусеничка, паровозик и зайка с железной дорогой.
Давайте сейчас пробовать их заводить, как они как ездят. А что они умеют делать, эти игрушки? Первого будем крокодила заводить? Отпускаем. Как он долго бегает. А мам тоже съест. Ну что, кого будем следующего заводить? Машинку перевертывать. Давай, заводим машинку перевертывать. Поехали! Ой, как она скачет, переворачивается. Ну, дальше кого будем заводить? Гусеничку. Ой, поползла гусеничка. Крокодильчик как-то шустрее ползает. Ну что, давайте паровозик будем заводить? Да. Как паровозик будет? Ту-ту. Ту-ту. Паровозик будет, да? Ой, он уже какой-то... Что-то у него какой-то секрет, он что-то тоже переворачивается. Паровозик-акробат. Вот такой акробат. Ну что, у нас остался последний сюрприз, Данька? Давай посмотрим, как он ездит по своим рельсам. Ну давай, Тимочка, заводи. Вот как он гоняет. Классный зайка. Кому какая игрушка больше всего понравилась? Мне машинка. Тебе понравилась машинка, а Сонечке что понравилось? Крокодильчик с паровозиком? А гусеничка никому не понравилась? Мне понравилась. Понравилась? Классные игрушки. Интересно у нас получилась игра в секретики. Всем пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии. Мы очень рады каждому визиту. Пока-пока! Пока-пока!